Поехали. Здорово, Нига. Здорово. Че, как сам? Да все херово, бро, меня эта шмара подставила. Ты че, какая шмара? Мне Машка вчера фотку скинула в белье, а потом такая, ты че, охерел пялиться, я не тебе кидала. Ты сохранил ее? Конечно, сохранил. Только в школу теперь нельзя, там пипец. Че делать будешь? Искать деньги. Я решил стать крутым видеоблогером. Че, поможешь, я тебе фотку скину. Ну давай, окей. Идет. Так, есть. Да, камера тут, да? Да, все, камера. Я для тебя подарок. Золотой дротик. У меня есть для тебя подарок. Золотой дротик. Ага. Да, Валерий. Ну вот и пришли. Что? Рано совсем. Может, еще погуляем? Нагулялся? А почему ты меня никогда... А почему ты меня никогда в гости не приглашаешь? В гости? Зачем? Чай пить там, телевизор, может, вместе посмотрим. Мы же друзья. У меня же бабушка. Понимаешь, бабушка так сильно не доверяет мужчинам и так крепко любит свою внучку, что оберегает меня от них. Это ее основная задача в жизни. Ладно, мне пора. Ира, ты мне нравишься. Все. Окей, хорошо. Значит,